Здравствуйте, уважаемые владельцы животных. Я сегодня хотел вам рассказать о том, как можно помочь, как можно лечить ваших питомцев. Если у вас появляются вопросы, пишите, пожалуйста, на почту, присылайте все данные, какие у вас только есть. Начинайте с того, что вид, возраст вашего питомца, да, симптомы. Если есть видеозапись, видеозапись, пожалуйста. Если есть какие-то исследования, КТ, МРТ, рентген, пожалуйста, в диком формате. Существует такой формат, в котором делают томографы, собственно говоря, само это исследование. Вот вы его и присылайте. То есть фотографии мониторов, там, что у вас за окном находится. К сожалению, не помогают никак разобраться в вашем случае. Поэтому присылайте, пожалуйста, в том виде, в котором тот или иной прибор, томограф, УЗИ, рентген, исследование выдал. Это будет гораздо проще и лучше. Но опять же, вы же понимаете, что на кону жизнь вашей кошки, собаки, хорька или еще какого-то другого питомца. И если я по фотографии вашего монитора скажу вам что-то не то, это будет в первую очередь опасно для, опять же, вашего питомца. Поэтому лучше присылать в том формате, в котором есть. Наш первый случай – это пациент. Здесь собака. Ну, наверное, она не стерилизованная, а кастрированная, я думаю. Да? То есть там есть момент. Здесь написано, что убраны яичники и матка. Это кастрация называется. Ну, удаление матки даже. Да? Вот. Стерилизация – это когда яичник один из остается, и это не ваш случай, поэтому так. Была проведена дегельминтизация, вакцинирована ежегодно. Вот. Дальше. Есть нарушение возможности пить. Вот. Это очень важный момент, потому что это пекинез, и если есть нарушение с глотанием, то это может быть один из признаков брахицефалического синдрома, собственно говоря. Да? Дальше. Было написано, что была паника у собаки, да. Сине-фиолетовый был язык. Вот, очень важный момент. Вот. Потому что это тоже может быть проявление либо сердечной недостаточности, либо брахицефалического синдрома. Но, в общем, для пекинеса это понятно, что не может быть пекинеса без брахицефалического синдрома. То есть нос приплюснутый, да, то есть, может быть, нет нормального прохождения воздуха через ноздри, в непосредственно самых носовых ходах нёбо может попадать, коллапс гортани может быть. Вот. Произошло изменение голоса. Ну и вот, собственно говоря, вы описываете большую часть того, что здесь описано, как раз симптомы брахицефалического синдрома. Что делать надо в этом случае? Здесь есть еще видео. Сейчас мы его посмотрим. УЗИ сердца. Ну, опять же, вот. Ну, к сожалению, очень маленькие такие вот прям вообще секундные ролики. Конечно, ну, на нем можно понять только то, что у вас действительно пекинез. То есть, конечно, а лучше снимать так, чтобы был виден нос, был хорошо слышен звук, да, то есть морду надо близко, с хорошим разрешением, чтобы было видно ноздри, размер ноздрей. То есть здесь видно, что есть пекинез, у которого есть нос. Но вот больше не видно ничего. То есть, возможно, здесь есть проблемы и там. Дальше, чтобы был виден, как происходит, ну, вдох. Это было бы неплохо.
Тогда можно было бы сказать больше. Вот. Но могу сказать, что, конечно же, тут все, что можно говорить, это симптомы брахицефалического синдрома. Что мы делаем в этой ситуации? В этой ситуации мы осматриваем собаку, смотрим, какие у нее ноздри, где у нее есть нарушение вдоха, дальше делаем эндоскопию, часто делаем исследования на цедуге, то есть берем собаку, есть такой специальный прибор рентгеновский, и в момент вдоха мы видим, куда заходит небо, каким образом оно заходит и каким образом оно может закрывать вход в трахею. Дальше мы смотрим, как какие есть изменения с пищеводом, да? Даем небольшое количество контраста, смотрим, как происходит вдох и как происходит глотание, и так, чтобы вот этот контрастный препарат в момент вдоха не попадал в трахею. Вот это очень важный момент. Это можно сделать с помощью цедуги. То есть бывает, что такие же симптомы при параличе гортани, причиной паралича гортани могут быть изменения в среднем ухе. Это тоже очень важный момент. Поэтому вот таких пациентов надо просто обследовать другим способом. То есть данных УЗИ мало. Как обследовать? Еще раз. Первое. Осмотр носовые ходы. Слушать, где есть нарушение прохождения воздуха. После того, как мы ответили на этот вопрос, мы берем эндоскоп и цедугу. Находим причину нарушения движения воздуха. Потом эту причину устраняем. Чаще всего это делается хирургически. То есть устранение причины прохождения воздуха через верхние дыхательные пути у собак брахицефалических пород проводится хирургически. Как мы это делаем, можете посмотреть на моем канале, там очень подробно это есть. То есть там МОПС из Уфы там приехал, да, то есть вот как делается цедуга, как делается эндоскопия и как устраняется непосредственно, вот там была увеличена длина неба, можно посмотреть на моем канале. У этой собаки все хорошо, владельцы написали буквально там через неделю, что все хорошо, дыхание восстановилось, хотя там есть коллапс гортани, но укорочение неба этой собаки было достаточно для того, чтобы восстановить функцию дыхания. Вот. В вашей ситуации надо узнать, что нарушает проход воздуха снаружи в легкие, и эту проблему устранить. Других вариантов, медикаментозных, вообще не существует. Поставили диагноз, определили причину, устранили причину. Вот приблизительно вот так обстоят дела. Еще один следующий случай. Так. Сейчас мы смотрим случай для эфира. Так, у нас кошка. Здесь довольно много написано про кошку, очень подробно. Ну, сейчас я вам, я сориентируюсь. Сейчас по кошка Дуся, ей 10 лет. Значит, ну, коротко прочитаем. Значит, живет 10 лет, да, достаточно длительный промежуток времени. Общается с бездомными кошками, ловит мышей, рацион смешанный. Ну, как бы не очень хорошо, но да ладно. Важно, она стала неуверенной, настороженной, часто все обнюхивает, трется о предметы, происходит причавкивание ртом, периодические почесывания в разных местах, может зевать или сидеть с приоткрытым ртом, может трясти головой, большую часть времени спит, изменилась поза сна. Это тоже очень важный момент. Вот. Ну, дает себя гладить,
что не наблюдалось раньше. И это очень важный момент. Смотрите, то есть если она раньше была одной, а потом у нее поменялось поведение, это называется изменение ментального статуса. То есть вот все, что описано, может показаться, что это ерунда какая-то, никаких проблем нет, и все это хорошо. Но этому может быть абсолютно дан четкий термин. Изменение ментального статуса. У меня был в практике боксер, который, собака-боксер, которая всю жизнь охотилась на соседскую собаку. В какой-то момент вдруг перестала. Все было нормально. Но вот именно изменение ментального статуса является одним из главных признаков поражения головного мозга. То есть это может быть просто изменение поведения вследствие того, что изменилась внешняя среда, а может быть в результате того, что головной мозг стал по-другому работать. В этой ситуации мы ищем причину, почему он стал плохо работать или по-другому. Это очень важный момент. Она стала больше есть. Это тоже может быть признак нарушения определенных участков головного мозга. То есть у нас есть видео этой кошки. К сожалению, по видео невозможно понять, что там с кошкой. Почему? Потому что именно вот важны очень то, что говорит владелица. Да? То есть именно произошло изменение поведения, изменение отношения к внешней среде у кошки. То есть называется это нарушение или изменение ментального статуса. Это важный момент. Дальше. В анамнезе речь идет о том, что у кошки был средний отит. И, собственно говоря, интересно, как он был поставлен, этот диагноз. Я бы, имея вот тот анамнез, что были воспалительные процессы в среднем ухе, имеется четко определяемое владельцем изменение поведения кошки, что называется изменение ментального статуса, это прямой путь на проведение диагностики состояния просто головного мозга. В этой ситуации мы обычно делаем МРТ, находим какую-то причину и лечим ту болезнь, которой кошка заболела. То есть, если вот все это вот так произошло, вот такой анамнез, да, и даже кошка внешне может быть совершенно нормальная, да, но есть изменения вот такого плана, я бы, наверное, отнесся к этому. Обычно мы относимся к этому серьезно, да, потому что в неврологии вот эти маленькие моменты, которые кажутся, может быть, несущественными где-то в каком-то моменте, да, но на самом деле они могут быть решающими. Была злая, стала добрая. Стала добрая, потому что выросла опухоль в головном мозге в определенном участке. Вот и все. Она просто забыла, что она была злой. Вот и все. Или забыла просто ту собаку, на которой она, если говорить о собаке, да, вот, в конкретных случаях, просто забыла, что она плохо относилась к соседской собаке. Такие у нас случаи постоянно. Поэтому, конечно же, я могу вам говорить только по тем данным, которые у меня есть. Да, если их назвать нарушением ментального статуса, то я бы провел диагностику состояния головного мозга у вашей кошки просто еще. Просто отправил бы на МРТ, посмотрел, что там, если там все хорошо, замечательно, а если нет, то предпринимал соответствующие меры. Соответствующие меры в соответствии с диагнозом. Вот. А у нас там, по-моему, еще случай какой-то появился. Да, у нас появился еще один случай. Следующий случай. Читайте. Так, значит, у нас собака, Бивер Йорк, около 7 или 8, написано 7-8 лет,
написано предварительные диагнозы. Очень важно не предварительный диагноз написать, а какие симптомы или видео прислать. Вот. Ну, смотрите, очень важный момент. Предварительные диагнозы. Опухоль, энцефалит, болезнь накопления и синдром Кушинга. Смотрите, наличие 4 предварительных диагнозов говорит о том, что все они неверные. Потому что они полностью, то есть опухоль полностью исключает болезни накопления. Потом у вас 7-8 лет собаки, какие накопления, ну нет. Энцефалит бывает. Вот. Значит, есть у собаки судороги. Есть наклон головы. Он принимает габапентин. Так, а диагноз-то? Да, по результатам МРТ воспалительная патология мочеговая. Ага, сейчас мы скачаем. Так, смотрим, скачиваем. Очень важно, чтобы это было все в дикоме, да? Тогда можно все посмотреть. Там в дикоме. Да, отлично. Супер. Если в дикоме. Есть заключение. МРТ изменения характерны для головного мозга воспалительного характера. Ну, есть заключение, сейчас посмотрим. Вот. Так, где тут у нас загрузка? Я почему не люблю вот эти дифференциальные диагнозы, да? Ну, принято вообще у неврологов писать их, а вот терпеть я их не могу писать, потому что я понимаю, что они нужны для врача МР-диагностики, для того, чтобы лучше понимать, что врач-невролог имеет в виду, да? Но наличие их 3, 2 или даже 2 полностью исключает правильность одного из них. Поэтому, ну, это так, лирическое отступление. Потому что надо же найти, что у этой конкретной собаки. Ну, а врачу МР-диагностики можно позвонить. Вот. Ну, конечно, это не всегда хорошо и не всегда правильно, но тем не менее. Вот, и, значит, МР у нас есть магнитно-резонансная томография. Т2, смотрим, СТИР. Есть участки воспаления. Есть участок сирингомиелии, да. О, здесь очень... Ну, вообще, мне кажется, что я бы подумал, что это все-таки воспаление, что это энцефалит. Да? То есть некротизирующий, чаще всего он так выглядит. Есть участки коры головного мозга, вместо которых есть киста. Вот. Я думаю, что да, речь, ну, я думаю, что речь идет, скорее всего, о воспалении. Иммуноопосредованном. Ну, я не могу назначать лечение через интернет, просто потому что, ну, я не видел пациента, банально. Поэтому надо хоть его посмотреть, да, на него. Непосредственно на самого. Но по МРТ я думаю, что это энцефалит. Что мы делаем обычно в таких случаях? Обычно в таких случаях мы назначаем лечение. Да? Чем может быть обусловлено то, что не назначили иммуносупрессивное лечение сразу? Может быть, есть какие-то, на, по мнению врача, который осматривал, да, то есть... Возможно, там собачка, много жира, мало мышц, мало шерсти, и поэтому подумали на синдром Кушинга.
То есть такое возможно, такой вариант может быть. Да? То есть это по внешнему виду уже может быть. Если думать только об МР-диагностике и о том, что было написано, то я бы, с учетом породы, то я бы подумал, что это просто некротизирующий энцефалит Йорков. Ну и иммуносупрессивное лечение данному пациенту, конечно же, показано. Что может внести изменение в мое мнение, это внешний вид пациента. Да, то есть, как я уже говорил, то есть, возможно, это собачка, мышц нет, есть признаки, там, например, синдрома Кушинга, я бы поискал бы новообразование надпочечника тогда, потому что опухоли гипофиза здесь нету, явный большой какой-то, да, ну, вот, так, на первый взгляд, и тогда бы я уже подумал бы именно о энцефалите, вот. А по поводу противоэпилептических препаратов. Так, так, так. Это ну, возможно, да, раз уже дексаметазоновую пробу запланировали, тогда, наверное, внешний вид собаки такой, что была мысль об этом заболевании. Габапентин принимает, да, ну, как бы принимает. Приступы надо контролировать. Если уже контролируете кепрой, то контролируете кепрой. Вообще, есть здесь некоторое мнение такое, что если есть органические поражения в головном мозге, лучше контролировать не кепрой, а фенобарбиталом. Ну, это такой вопрос, как бы, ну, в какой-то мере, ну, может быть, спорный, да, ну, то есть, вот, то есть не будем на нем заострять внимание, но если кепра будет неэффективна, тогда есть смысл, наверное, на фенобарбитал перейти. Это не является лечением, это является просто контролем приступов, больше ничем. То есть надо понимать, что противоэпилептические препараты, когда есть четкие поражения в головном мозге, являются просто препаратом, который не даст пациенту погибнуть от приступов. Но очень важный момент, о нем нельзя забывать. Если у вашей собаки есть участок мозга, который находится в состоянии воспаления, и после того, как будет назначена иммуносупрессивная терапия, приступы участятся, это может быть признаком эффективного лечения. Потому что те отделы головного мозга, которые перестали на какой-то момент функционировать, начинают функционировать и функционируют неправильно, и появляются приступы. Поэтому разделить надо. Контроль основного заболевания – это воспаление, ну и контроль симптомов, приступов должен проходить пожизненно, во-первых, да, ну и подобрать надо тот препарат, который будет эффективен. Вот. По поводу вопрос, что при Кушинге нельзя гормоны, ну, я бы понял, как, я бы понял бы, откуда Кушинг. Ну, то есть, потому что, может быть, там есть новообразование надпочечника, да, и надо его просто убрать. Может быть, там опухоль надпочечника, которая вызывает, к примеру, ну, там, что-то там вызывает, да, может, она проросла уже там еще куда-то. Там. Ну, в общем, не буду сейчас на эту тему долго говорить. Я бы, наверное, все-таки провел диагностику причин, откуда Кушинг, а потом бы начал все-таки лечение. Потому что за день, два, три ничего не произойдет, и либо ускорил бы процесс бы диагностики Кушинга. Постарался бы, да? Потому что, возможно, такое может быть, что основная опасность от опухоли надпочечника для жизни собаки, а не от энцефалита. Потому что с энцефалитом они могут прожить 2-3 года, да, постепенно кора будет разрушаться, вы контролируете приступы, а вот есть опухоли надпочечника, которые не дают этих 2-3 лет. Да? Ну и, соответственно,
я бы, наверное, таким путем пошел. Но, опять же, это мои догадки, так как я не видел этого пациента. Это все, что я хотел вам рассказать. Вот, отлично прислали в Дикоме. Можно посмотреть разные, собственно говоря, сканы. Очень хорошо, спасибо большое. Присылайте ваши случаи именно вот в таком формате. Будет гораздо проще говорить о пациенте. Если бы было, конечно, видео пациента, было бы еще проще, да, потому что, может, там откровенный синдром Кушинга, который просто виден так вот, да. Ну, то есть такое может быть тоже. Если был бы какой-то визуальный объект, это бы упростило. Вот. На этом я хочу закончить. Спасибо вам большое. Присылайте ваши случаи. До свидания. До новых встреч. До свидания.